Закончился первый раунд. Два отдыхает член национальной сборной команды Кыргызской Республики, мастер спорта Сергей Паренко. 1989 года рождения. Боксом занимается 13 лет. Счет боям не ведет. Чемпион Кыргызской Республики, призер чемпионата Азии 2013 года, победитель международного турнира, посвященного памяти Героя Советского Союза Вышеслава Шестакова. Тренируется под руководством заслуженного тренера Кыргызской Республики Ивана Мезенцева и мастера спорта Советского Союза Даниэра Джусубалиева. Работает двойка.
закончился второй раунд. Синий на главный тайм мастер спорта из города Тараз, Республики Казахстан, Тайбагар Мухаммеджан. 1998 года рождения, боксом занимается 7 лет. Тренируется под руководством тренера Максата Оспанова. К данным соревнованиям готовили Максат Оспанов и Бекзат Спабеков. Завтра начало финальных соревнований в 12:00. Завершение участников с 8 до 9. В этом бою с разногласием победу одержал Сергей Поленко. Вот это и пора обслуживать судей.